Репутация страны складывается так же, как и репутация человека. И совершенно нет отличий. И сейчас на этой секции мы будем говорить о страновом пиаре, о страновом имидже Казахстана в нескольких его ипостасях. В частности, инвестиционный бизнес, который приводит... который позволяет Казахстану приглашать сюда инвесторов, грубо говоря, занимать деньги, да, или приглашать сюда людей, которые будут свои деньги вкладывать. Люди голосуют деньгами. Другое направление – это туризм. То же самое. Пойдут ли люди к вам в гости? Ваша личная репутация, любят ли люди ходить к вам в гости? Считают ли они вас человеком, который вкусно готовит, умеет развлечь, которому интересно и приятно прийти, где они действительно отдохнут? Очень важно. Очень важна репутация на политической арене. Что такое Казахстан как политическая, как игрок на политической арене? Да? Потому что то, что мы 9-я крупнейшая страна в мире по размерам, это знаем мы здесь. Очень важно, чтобы это знали все в мире. Они, может быть, там знают первые 2, 3, 4, 5, но вот мы в топ-десятке, в верхней десятке крупнейших стран мира. Об этом нужно говорить. Мы находимся на уникальном стыке. Мы центр вселенной, мы центр Земли. У нас здесь Европа, Азия, у нас центр Земли здесь. Надо этим пользоваться. Мы являемся научно доказанными родиной первых яблок и первых лошадей. И это доказали не мы, не наши ученые, это британские ученые, которым очень доверяют в этом отношении. Это, об этом необходимо говорить. И когда мы говорим о бизнесе, необходимо говорить, у нас одни из самых низких налогов. Про нашу программу «Болошаг» знают, опять же, больше здесь, чем там. А ведь она приносит нам квалифицированные рабочие кадры. Рынок сбыта, давайте обратим внимание, у нас здесь... Китай и Индия – это уже 2 миллиарда практически населения, да? Россия и все страны СНГ – мы практически имеем доступ к трети населения всей Земли. Почему не говорить об этом? Очень важно об этом говорить. Поэтому вот это мы будем обсуждать сегодня на страновом пиаре, чтобы Казахстану доверяли, чтобы Казахстан любили.